У меня заболела голубка, и я сюда притащил. И вот смотрю, что он делает. Он как он рьяно ищет. Каждую дырочку пролезть. Там дырки где есть. Она в нижнем этаже находится. У меня что-то крызли обвисли. И мать с той стороны. Сейчас вот все картоном заделываю. Все прочистил ее. И он заглядывает. Вот холодное лето там есть, как он искал девчонку, там зэк один. Вот это точно так же. И сверху, и снизу бегает вокруг. Запах-то идет. Запах. А она голубка. Вот. А это, она знает, что это все равно не дадут. Опыт у ней, у бабки. А этот все, тут зацепиться негде. Он поднимается кверху, падает. И опять идет. А та сверху, это Паля, его мать. Проникнуть туда, посмотреть. Голубку взять. А она уже клевать начинает. Вот она, через это я могу даже показать. Может быть, даже видно будет чуть-чуть. Ну, плохо видно. А он что делает-то? Скребет на каждом шагу. Ой. Вот я свет, подсветку дал. Показать надо, где она. Ну-ка. Ну, чтобы он не заскочил, не успел. Ну-ка, отойди. Вот она, голубка моя. Вот там ловится. Вот у нее еда есть, питье. Тут все, семечки. А этот-то что делает? Со всех сторон. Эта бабка, особенно этот. Вокруг. Тут поставил коробку, в которой он маленький был. Ну, залезет он, ну что там, детсад. Заглядывает. А та начинает шевелиться и есть уже. Вот так. Вот он как глядит. Вот что значит природа. Туда метнулся, к чашке. Нет, он не знает, что делать. Видать, все гормоны-то заиграли у него. О-хо-хо. Вот, может быть, даже видно и отсюда ее будет, голубочку. Вот она сидит там. Ну, посмотрим, может быть, еще не очень серьезная. А поесть. Вот она где. То. Я ничего не говорю, ему только задел, пока их принес, а их спрятал. А Паля там ищет что-то. Вот она голову под бумагу задел. Этот здесь лезет. Вот сколько здесь интересного. Могу, голубка-то их не видит, потому что второй этаж. А она на первом этаже. А я потом с Володей договорился. Он мне разрешает принести парочку с Нового года. Вот он, куда. Деваться некуда, упал. Тут у нее стол был. Вот здесь вот полочка как бы. А я сдвинул сюда эту коробку-то всю. А он смотрит за моей рукой. Что можно сделать? Пошел. И притом бежит никуда. Он не знает, куда бежать. Чтобы открылось. А бабушка сидит рыжая, даже не смотрит. А лапу почесывает. Тот подбежит к своей тарелке, там ухватит, видно, аппетит-то разыгрался. Он думает, сейчас ему что-то там перепадет. Вот сегодня, это у нас 24 декабря 2018 года. Вот сейчас только закончил. Сходил за ней. Вчера она еще заболела. Но там покормил, дал семечек, думал. Она там, опять что-то с ней не так. Снегу положил, она летать не может. То ли где-то защемило ее, не... все крылья вроде целые. А бывает так. Нет ничего. Все. Пытается палец с какой-то стороны зайти. А я тут все перепутал веревочками, вот картонку поставил. Потому что там решетка, и она может голову просунуть туда. А там есть световые щели. И лапой может задеть. Вот здесь
решетка вот эта вот, а там вот эти вот щели. Ну, если рядом, она лапу туда засунет и может ее достать. А у нее там как раз питье, она видят даже беленькое. А туда она не может попасть теперь никак. Здесь решетка и все. Он, может быть, да, с другой стороны как-то попытается. Ух, на верхнем этаже-то ее нет. Тут бы она лапой достала. Тут картонкой задел. Я уже знаю, как с ними воевать. И эту-то обидеть неохота, она мышатница. О, сколько в ней резвости сразу. Одна голубка. У меня их там и так-то осталось 24 только. Да там 45 потеряевки. Сейчас, может, и меньше. Вчера Алексей говорит, я их не выпускаю. Сказал, не выпускайте пока. Сидит, сова прям рядом и не боится. Ей есть тоже надо что-то. Вот как все устроено. Вот сейчас я ее буду насильственно поить. Показать, как под воду. Вот она. Это там так закрепленная, она не перепрокинется, эта тарелочка. Там лущеный колотый горох, пшеница чистая и семечки подсолнечные, чтобы ее не напугать. А потом напоить. Она отойдет. Сегодня на улице 20 градусов мороза. Ну, а то, что они бегают, оно их никак не касается. Вот он пошел. Пошел. А мать с той стороны вместе тут упал. Упал. Куда? Он прямо залазит туда уже почти что. Надо сейчас газетой там залепить все. Не годится. Там голова пролазит. Тут она не пролазит. Тут вот решетка в 3 пальца. А то там, которая решетка, там в 4 пальца. И он голову уже просунул. Вот он машет хвостом. Сейчас я заделаю. Ну еще белый. А та с тыла заходит. Коробки. А у коробки там нет, там сплошная стена. Вот он, видишь, как лапу сует. Вон он как далеко. Он бы ее достал. Но это второй этаж, он пустой. Вот как держать буду? Потом мне все время их надо будет прятать. Прятать, пока они будут облет делать по комнате. Каждый день надо, чтобы летали. А потом я им гнездо сделаю, и у них голубята будут. Этим больше времени придется проводить, если погода будет не это, плюсовая, уже на крышу всех затолкаю туда. Пусть свое дело делают. Ох, помчался. Притом бегает, видно, нервничает. Прибежал теперь обратно. Это тоже его. А почему? А было, что голуби падали или там, ну, выпал, голубенок разбился, это все его доход. И он и запах это чувствует. Это они очень любят. Ну, голубятина. Сейчас поить пойду ее.